Голова болит? Мы уже 3 часа купаем. Так что Маргарита завтра не будет ночевать дома опять. Потому что будем спать в школе. Ага. Ой, какой миленький. Это Кики? А у нее же пятна нету. Она же полностью беленькая. Ксюша у нас приболела. Привет всем. Ксюня сегодня дома осталась у нас. У нее, помните, кто нас давно смотрит, у нее в прошлом году зимой была ангина. Когда мы сюда приехали. Да, когда мы сюда только переехали. И вот сегодня у нее очень сильно заболело горлышко, очень красное. Красненькое горлышко, поэтому она сегодня осталась дома. Мам, знаешь, что я купила? Еще вот этот скин. У меня только было 29. Мне нужно было еще. Потом я тут забрала 20, потом я его купила. Этот скин. Еще в пижаме ходишь, не переоделась. Потому что в пижаме удобно. Удобно. Буньку не выгуливала? Нет. Бунь, тебя не выгуливали? А, Бонюсечка? Пойдем гулять? Пойдем гулять. Пошли гулять. Пойдем. Смотрите, она у нас теперь только на поводке, потому что она хулиганка, убегает. Ну-ка, иди сюда. Поэтому она у нас наказана и теперь только на поводке. Что ты там, косточку нашла? Или хлебушек? Откуда ты хлеб взяла? Бонь. Кусочек хлеба. Вот так вот гуляем с ней теперь на поводочке только. Family box. Суши box. Monday, Tuesday, Wednesday. Понедельник, вторник, среда, четверг, календарь. Давай, открывай. Так, будем надувать бассейн. И купаться сегодня. И завтра дождь пойдет. Как всегда. Я еще купила себе вот такие вот 4 горшка. Буду пересаживать цветы. Вот они у меня здесь стоять. Так, сейчас нужно убрать. Куда поставим бассейн? Смотри, какой. Это, знаешь, да, как у соседей. Там у соседей такой же бассейн. Мама, у них тоже самые лампочки, эти, как мы называем. Да. Ну, так в одном месте все куплено. Мама, вот так? Да. Так, а насос где у нас? Вот так, мама. Да, нужно сначала надуть, а потом посмотреть, куда нам положить. Да, тут 3. Не надо, она убежит опять. Она вон там убегает. Вон там. Бонни, отойди. Ребята, бассейн надут. А что, нормально, да, поплескаться? Хорошо вам всем. И я тут тоже буду плескаться. Все, давай будем смотреть, куда его лучше это запихнуть. Папа говорит, вот сюда, и как раз вам навес вот так вот сделать, чтобы вам не сильно солнышко пекло. Вот так 24 часа. Ага. Знаешь, как круто? Сейчас воду набирать будем. Мы купили 2 арбуза, разных причем. Один вот такой вот. Один мальчик, а другой девочка. Насколько я знаю, девочки всегда вкуснее. Поэтому посмотрим. Да, есть арбуз девочка, есть арбуз мальчик. Говорят, что девочки, они вкуснее. Так, что тут еще у нас? Черешня у нас уже продается. Черешню будешь? Такая вот она крупненькая. Вкусная. Картон у нас, смотрите, сколько на вынос. Нас собирали. У нас картон отдельно выкидывают, поэтому. Кто там пришел? Сера! 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 Всем привет! Как в школе, нормально все? Устала? Новый. А? Классный? Я думаю, он мне классный. Он большой? Нравится? Я думаю, что я не пойду. Мама! Надувать. Я набираю.
Ну сейчас. Я думала, мы просто хотели с папой решить это, куда его поставить, сюда или куда-нибудь другое место. Сейчас сюда? Ну я думаю, да, потом вот так вот натянуть вот эту штуку. Да, и вам просто сильно солнышко печь не будет. Я еще не включила. Не знаю, надут нормально или еще надуть. Еще, наверное, нужно надуть. О, наконец-то. Еще надуть надо. Надеюсь, он не дырявый. Да, сегодня купили. Мы еще другой видели, но он очень большой. 3 метра, вот как вот этот трамплин. Но мы боимся траву испортить. Нам нельзя, это же не наше, это же чужое. Да, это я буду пересаживать. Это же все чужое. Если бы это было все наше, мы бы спокойно поставили и все. А так траву испортим, потому что этот бассейн большой. И его нужно ставить, и все, и на все лето уже оставлять, потому что он большой, там 4000 литров надо. А этот можно там недельку поставить, сдул его, и все, и с травкой ничего не случится. Суши будешь? Суши? Да, конечно, даже спрашиваю. Там на столе. Все, набираем. Долго будет набираться. Ну, пока солнышко здесь. Сейчас солнышко немножко туда продвинется, и будет тень. Так, пока детки купаются, я тут ягодки помыла. Голова болит? Вроде температурки нету. Горло болит? Нужно еще попшикать спреем. Хочешь купаться, да, наверное? Да. Нельзя тебе, а то еще больше у тебя воспалиться от холодного. Может, то, что вчера еще побрызгались, да? У тебя давно уже болело горло? Вчера? Ну вот видишь, еще плюс побрызгались холодной водой. Еще больше. Что у вас тут происходит? Осторожно. Маргарита, между прочим, еще даже не вылазила. Ну как, она вылезла, наверное, на 5 минут. И опять. Я тебя гуляла! Русалка. Солнышко уже прячется, уходит на ту сторону. Вот кусочек остался. Не надоело еще? Нет. Нет? Вот солнышко, смотрите, уже солнышко. Если мама, вот так вот нормально, мне нравится. Но почему он такой... Что? Мог бы он немножечко подлиннее. Подлиннее? Да. Метров 10, да? Я могла бы оттуда... Да, вон от того конца этого сада и до следующего на конце. Представь себе, сколько плыть надо было. Сколько воды туда надо. Ага, воды много надо. Время уже, между прочим, 5 час, они еще купаются. Начали купаться где-то со скольки? Когда мы пришли из школы. Где-то с 2, да, с 2. 2 часа уже приходится, почти 3 часа. Мы уже 3 часа купаемся. В школу пойдешь завтра? Нет? Уже посидишь дома до понедельника? Маргарита, хватит. Тебе стрелять нечем. Макс, нет, воду нельзя. Иди поспи, отдохни. Лучше отдохни, поспи. Все, загораете, накупались? Макс, дай всем. Тарелочки возьми и всем дай. Макс, она как-то странно сидит. А? Можно? Жарко очень. У меня просто хвостик, поэтому не очень хорошо. А. Макс, я тебя сейчас заберу попкорн. Заберу сейчас. Так вот. Сегодня я решила не купаться. Может быть, завтра буду купаться, потому что настроения нет. Мы уже покупались. На сегодня, думаю, хватит, потому что мне уже холодно. Солнышко там уже не светит. Вон. Мы завтра тоже будем купаться, если будет солнышко. Я уже, блин, замерзла. Не болит? Шуми сзади. Да. Нужно помазать этим.
специальный крем после. Загар. После загара. Ой. Уже сделала. Уже намазала? Да. Ну, ты даешь. Завтра я иду на день рождения к моей подружке. Сейчас я ей буду делать подарочки. И угадайте, что это? Ну, конечно же, слаймы. Так, вот, ребят, у нас осталась база. Она еще хорошая. Слаймики мы продаем, как я уже говорила, только не... Только здесь, в Швейцарии. Только в Швейцарии. Но да, знакомым, да, но мы не отправляем в другие страны, потому что сейчас доставка очень-очень плохая. Поэтому... Она долго едет. Да, долго едет. Потом такая вот у нас база есть, у нас прозрачная, есть Snow. И вот такая вот простая Original. Я немножечко загустила, потому что когда слайм лежит, он разгущается. А вот почему у него такие... Иди теперь за контейнерами. Ксюшка завтра на день рождения не пойдет. Маргарита пойдет с ночевкой. Там день рождения у них с ночевкой. Кто будет? Сколько девочек-то будет там? Немного. С ее класса? Да. Ты всех знаешь? Да. Понятно. Ну, человек 5 будет? Да. Да? 10? Нет. Нет? Понятно. Так что Маргарита завтра не будет ночевать дома опять. Ксюня приболела, поэтому мы ее не отпустим. На следующей неделе с четверга до пятницы я тоже не буду дома ночевать. Почему? Потому что мы будем спать в школе. Ага. Все-таки разрешили вам? Да. С четверга на пятницу. А пятницы школы нет? Нет. А все уже? Да. На следующей неделе четверг последний? В четверг у нас еще есть школа. Ага. Потом, вечером пойдете. Где-то в 8 нам нужно в школу. Ага. И Ксюша тоже? Нет, только 6 и 5. Только 6 класс и 5, да? Да, потому что 6 же класс уходит. Угу. Да. Понятно, деловая колбаса. Так, идем в подвал. Включай свет, а он сам включается. Тут видите, у всех, у каждого свой. Это наш. О, боже мой. Сколько здесь всего. И холодильник даже здесь стоит. Господи. Контейнеры, может быть, там, там, там. Где контейнеры? Я не знаю. Единорог нравится? Да. Да? Вот такую вот лапку давай. На, вот возьми. Пойдет? Да. Так, ладно, мы не нашли контейнеры, но мы нашли слаймики, которые можно выбросить уже. И уже вместо такие... них, да, уже туда положить слаймики нормальные. Это мы. Иди на стол, Маргарита, здесь я буду кушать готовить. Ага. Вот эти выкидывай сразу в мусорку. Такой розовенький, вот этот, кстати, он светится. Вот это что-то такое поярче нужно было сделать. А, он фиолетовый какой-то немножко, да. Или что? Да, он такой. Бледно-фиолетовый, он розовый. Брызгал. Маргарита набрызгала. Так сильно пахнет, мне даже нос чуть-чуть заложило. Сердечками. Это Snow Slime Cloud, то есть. Cloud. Это Original, да? И Хан Клауд. Это Джелли. А, Джелли? Это Джелли, да. И это тоже. Там девается. И браслетики. А это ручки, да? И ручки. Девается. Мам, бургер. Как там зовут? Beautiful. А там? Beautiful. I love slime. Нет, просто слайм. XO. I love slime. Тоже? Да. Какое холодно? Там это температурка, наверное. Мама, морозит. Это Маргарита, да? Да, это Маргарита. А это Ксюша. А это тоже Ксюша. А это Маргарита, это Ксюша. Вам нужно еще так же с подружкой сфотографироваться, Маргарита, с Албой. А? Вот так вот сфотографироваться, а потом повесить стилис. Спустя сколько лет? Какой это год? Ой. Где-то здесь тебе лет 7, наверное, да? Угу. Давно прям. Вот совсем маленькие 5. Такие. Вот сейчас нужно сфотографироваться, а потом раз так повесить. Это 4 года назад. 4 года назад где-то, да. Скоро 5. Угу. Вообще-то 5. Давайте, спатеньки, все, давайте, ребятки, мы спать, ага. Отдыхать. Завтра школа, и следующая неделя последняя, кстати. И будут каникулы, ура! Давай, все, укладывайся. Всем пока!